вашими глазами. Вы тоже в России. Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и я думаю, что это видео будет полезно многим из вас, а именно тем, кто столкнулся с такими проблемами в игре The Isle. Игра не устанавливается, вылетает, лагает, ошибки при установке или она просто-навсего не устанавливается. К сожалению, всегда в играх бывают изъяны, тормоза, низкий FPS, вылеты и зависания, какие-то другие баги, да и иногда ваш ПК сам чудит. Так, давайте сначала рассмотрим самое главное, а именно параметры игры. Это самое главное, с чего надо будет копать, и по-хорошему делайте это всегда перед покупкой любой игры. Итак, минимальные системные требования. Windows 7, версия 64 бит, процессор Quad-Core Intel, оператива 6 ГБ, 25 ГБ свободной памяти на жестком диске, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 или 750 Ti, AMD Radeon R9 280X, DirectX 11 и, конечно же, подключению к интернету. Так, наверное, первая проблема — это связанная с загрузкой игры. Игра не загружается. Что сделать в первую очередь? Ну, первое — это, конечно же, очистить ваш ПК от ненужного мусора, чтобы система работала быстрее. Я использую программу CC Cleaner. Второе — это обновить все драйвера в вашей системе. Закрыть все бесполезные процессы во время запуска игры, чтобы повысить производительность. Друзья, все ссылки будут в описании на все программы, читай внимательно. Вот этот сайт, где вы сможете найти все самое необходимое, просто вбейте в поиске, что вам нужно. Все полностью, друзья, рабочее. Файлы драйвера для видеокарты. Начать нужно, конечно же, с драйверов для видеокарты. Игра достаточно требовательна. Смотри внимательно на ссылки в описании, какие драйвера тебе требуются. NVIDIA или Radeon. Обязательные условия для хорошего функционирования The Isle являются наличие самых свежих драйверов для всех устройств в системе. Короче, обновите все драйвера. Повторюсь, все ссылки в видео проверены лично мною, не бойтесь, щелкайте их и переходите. Когда с драйверами закончено, можно заняться установкой DirectX и NetFramework. Все вы найдете на данном сайте. Еще важная штука — это библиотеки расширений Visual C++, которые требуются для работы The Isle. Все также вы найдете на этом сайте. Ну, а теперь попробуем рассмотреть типовые проблемы, возникающие в игре. Isle не скачивается, либо долго качается. Решение. Если игра не качается, то это может быть всего лишь навсего из-за плохого интернета, плохая скорость загрузки. Виноват провайдер, либо неправильно настроен роутер. Решение, конечно же, есть. Вот тебе огромная подсказка на мой гайд, как увеличить скорость скачивания в Steam'е. И, как говорится, no problem. Ссылочки все, друзья, оставлю в описании. Все делается легко и просто. Isle не устанавливается. Для игры требуется 25 гигабайт свободного места на жестком диске. Проверь перед установкой, чтобы на твоем накопителе SSD или жестком диске было свободное место. Если же проблема со свободным местом на диске исключена, то следует провести диагностику диска. Возможно, он банально неисправен. Игра не запускается. Внимательно читайте текст ошибки. Возможно, два варианта. Это слабое железо, либо ваш антивирусник ругается на игру. Первый вариант — придется апгрейдить ваш ПК, второй вариант — отключите антивирус на время игры. Черный экран в игре. Проблема, связанная с использованием слабой видеокарты, либо устаревшими драйверами для нее.
На старом ПК у меня именно было так. Просто темный экран, но более-менее мог я играть. Зависает, игра вылетает. Но здесь, конечно, все намного сложнее. Скорее всего, ваш процессор просто перегружен, либо видеокарты и последние греются до опасных температур. Все это решается банально заменой термопасты. Сам сталкивался с данной проблемой и решил данным образом. Айл тормозит, либо низкий FPS. Еще раз убедитесь в параметрах, насколько ваша видеокарта подходит для игры. Попробуйте уменьшить качество видео, сглаживание, освещение, прорисовки в самой игре. Айл лагает. Здесь могут быть только две проблемы, а именно загруженность игровых серверов или просадка вашего интернет-соединения. Вообще, для данной игры и в целом для онлайн-игр требуется хотя бы скорость интернета приблизительно 15-20 мегабит в секунду. Этого будет достаточно для стабильной игры. В игре нет звука. Банально обновите драйвера для вашей звуковой карты и вообще проверьте, насколько выставлен у вас звук в ваших настройках, либо в параметрах Windows. Айл выдает ошибку об отсутствии DLL файла. Чтобы исправить данную проблему, нужно найти необходимую библиотеку DLL и установить ее в систему. Друзья, вот в этой программе, которую я использую, вы найдете данное решение. В принципе, ничего сложного нету, друзья. Щелкайте, проверяйте, переходите по ссылкам и пробуйте решать ваши проблемы. Если проблема не решается, либо вы не знаете, как что-то сделать, что-то скачать, пишите мне в комментариях под видео, либо ВКонтакте. Все ссылки, друзья, в описании. Все проблемы решаемые. В общем, друзья, надеюсь, кому-то я из вас помог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч и всем приятной игры. Пока.